Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Olympia от производителя Ideal Lux. В коллекции предлагается данная модель в трех цветах. Это белый, красный и черный. И все они одиночные, то есть только на одну лампу. Это стеклянный плафон, у него глянцевое покрытие. Он диаметром 20 сантиметров, а высота его будет 40 сантиметров. Люстра у нас на одну лампу, патрон используется Е27, а материал его термостойкая пластмасса. Максимальная мощность потребления лампы может быть 60 Вт. Так как ограничение у нас касается именно потребления лампы, то LED мы можем использовать 6, 8, 10 и даже 15 Вт. Включенной люстра выглядит вот так. То есть плафон не сильно пропускает свет. Основная часть потока света направлена у нас вниз. Поэтому она, конечно же, для небольших помещений. Освещать она в основном будет площадь под собой. Поэтому можно рассматривать для маленькой прихожей, также над столом или над барной стойкой. Высота изделия регулируется, общая длина будет 1,45 м, а минимальная она может быть 45 сантиметров. Но тогда совсем без шнура, а крепление будет у нас впритык к самому плафону. Монтаж производится на планку, то есть на дюбеля. Размер самой планки 8 сантиметров, а лицевой круглой части основания будет 12 сантиметров диаметр. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!